Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. Наверняка ваши дети пошли в школу, и вы каждое утро задумываетесь, чтобы им приготовить что-то полезное, вкусное и очень-очень-очень необычное. В сегодняшнем видео предлагаю вам рис с яблоками. Это очень простое блюдо, готовится, не могу сказать, что быстро, можно приготовить его с вечера, а на утро подать. Можно подать как в горячем, так и в холодном виде. Вашим детям понравится, я вас уверяю. Давайте начнем его приготовление. Для приготовления этого блюда понадобится рис. Я его предварительно 5 раз помыла. Он практически сухой, чистый. 300 грамм. Воды понадобится в 2 раза больше, 600 мл, а также сахара по желанию. Я добавляю на такое количество риса и яблок приблизительно 200 грамм сахара песка. Масло сливочное 200 грамм, щепотка соли, а также яблоки. Яблоки у меня домашние, я их помыла, вытерла, приблизительно килограмм яблок нам понадобится. А также из посуды понадобится кастрюля с толстым дном и сковородка тоже с толстым дном. Для начала начинаем варить рис. Берем рис, высыпаем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем немножко соли. Ставим на огонь и варим на среднем огне приблизительно 20 минут до полуготовности риса. Приступим к яблокам. Яблоки я нарезаю, не снимая с них кожуры, только вынимаю сердцевинку и нарезаю их средним кубиком. Я нахожусь возле плиты, взяла глубокую сковородку с толстым дном, нагрела ее, в нее отправляю 200 грамм сливочного масла. Масло растапливаю. В растопленное масло отправляю нарезанные кубиком яблоки. А теперь в яблоки высыпаем 200 грамм сахара. И на среднем огне обжариваем до золотистого цвета и до мягкости. Яблочки должны быть карамельного цвета. Так яблоки будут иметь красивый вид и вкус. И в рисе не будут распадаться. Рис приготовился до полуготовности. Яблоки закарамелизовались в масле и сахаре. Я подготовила кастрюлю с глубоким дном, хорошо смазала ее сливочным маслом дно и бока. Теперь что делаем дальше? Берем рис, один слой риса. С помощью лопатки набираем рис и делаем нижний слой, самый первый, из риса. Разравниваем так, чтобы рис распределился по всей поверхности кастрюли. Следующий слой – слой из яблок. Посмотрите, какие они красивые, ароматные какие. Получится очень вкусно. И повторяем следующий слой – рис, а потом яблоки, пока не закончится рис и яблоки. А теперь осталась самая малость. Беру 20 грамм сливочного масла, отправляю сверху на рис, вот так, и все накрываю фольгой. Беру фольгу, отрываю нужный кусочек, все хорошо закрываю и плотно, вот так. И отправляю в разогретую на 180 градусов духовку на 35-40 минут до золотистой румяной корочки. Это блюдо вы никогда не забудете. Этот аромат и вкус практически непревзойденный. Обязательно приготовьте. За 40 минут я приготовила вот такое блюдо. Рис с яблоками, запеченный в духовке. Очень вкусно, полезно, сытно. Это идеальный завтрак для всей семьи. Готовится быстро, получается действительно вкусно. Хранится такое блюдо до 2 суток в холодильнике. Но я думаю, что оно вам наверняка понравится, и вы его быстро скушаете, приготовьте, и вы не пожалеете. Понравилось видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. До новых видео и до новых встреч. Пока-пока!